Город Караганда, улица Сатабалдина. Я пришел оттуда, ну, шел вот по тротуару там. И теперь пойду дальше по улице Сатабалдина. Слева вот эта девятиэтажка, 10-й дом. Справа я забыл, какой дом, номер дома. Вот здесь. А, Леди Босс. Вот эта хозяйка Леди Босс. Она вот хотела тоже уехать. И перед тем, как уехать, решила продать, но не успела. Она заболела раком и умерла. На ПМЖ она ушла не в другую страну, а на тот свет. Вот там. Видите, везде вот идут процессы благоустройства. А там вот хороший тротуар, по которому вот человек идет и этот доставщик еды с велосипедом, да? Я просто иду по этой стороне. Ну, вот здесь вот деревья. Можно, в принципе, пройти на ту сторону, потому что... Так и сделаю, перейду, чтобы пойти по тротуару. Кулинария, жемчуг. Грямхана Береке. Ну, популярное название Береке, да? Много магазинов с названием Береке. Ресторанов разных. Кафе. Магазинчики, мини-маркеты, торговый дом еще там есть. Популярное такое название. Ну, потому что это изобилие, да? Все хотят изобилия, поэтому и называют. Улица Сатабалдина. Вот какой тротуар широкий здесь. И ремонт сделали, скорее всего, в прошлом году. Это вот всем тем, кто хочет вот утешить себя, что правильно сделали, что уехали. Такие злопыхатели, да? Благодарные такие, когда их там, ну, дедов там привозили сюда, в Казахстан, репрессировали, да, они выжили за счет казахов, а потом хаят. Мебельный магазин, диванка по карману. Четыре года назад я снимал эти места, но вот изменения есть, да? Вот везде тротуар. Везде. И такой ремонт идет по всей стране, по всему Казахстану, в любом маленьком городе. И началось это с 19-го года. Прям как Токаев стал президентом. Тихо, без помпы. Тут же летом началось везде строительство дорог, ремонт дорог,
это Балдина 15/1, а там написано 17, это пятиэтажка. Дойду до школы и там завершу. Ну, можно вот арку пройти. Халиф. Не было тоже 4 года назад. Вот здесь арка знаменитая, где я прошел. Через 20 минут там человека убили. На той стороне его разметка дорожная. И вот назад можно вот так обзор сделать. И на этом я заканчиваю этот видеоролик.